Уважаемые друзья, номер лота 0477. Представляем вашему вниманию брутальнейший байк. Это даже и пушка, и гонка, все в одном лице. Kawasaki ZX-12R. Черный. Вот такой вот красавчик. Крышка, сиденье там есть, это крышечка просто, фальш-панель для езды одного. У этого красавца пробег подтвержденный 25 227 километров, 290 километров спидометр, контрольный осмотр перед упаковкой. Покрышечка твердая, четверочка, тормозные диски. Минимальный износ, минимальный и справа, и слева. Тормоза такие состоят. Шланги армированные, шестипоршневые тормозачки. Вилка в отличном состоянии. Пыльники, сальники целые. Все вообще замечательно. Есть небольшие потертости на пластике, жизненные, ничего серьезного не было с мотоциклом. Раньше явно жил по этому пластику с другим цветом. Вот такая вот труба титановая. Задние тормоза армированные, также тормозной диск отличный, колодки фактически 100%, покрышечка троечка. Цепь у нас в отличнейшем состоянии, звезда в отличнейшем состоянии. Все обслуженная, цепь не вытянута, все без замены. Итак, пробег 25 тысяч. Труба, как я говорил, титановая. Вы будете в своих кругах самый крутой. И все бабушки и молодые мамы с детьми будут вас с этого дня проклинать. Звучит она примерно так. Но для того, чтобы вас все-таки бабушки и мамы молодые не отловили и не что-нибудь лишнее не обрезали, есть оригинальная труба. Ее тоже за дополнительную плату можем отправить. Итак, всем добра. Покупайте этого отличного аппарата. Оформляйтесь, заходите. Очень живой, бодрый байк.